Зимняя рыбалка – занятие не для новичков. Здесь требуется крепкое здоровье и выносливость. Такая рыбалка несет еще одну угрозу – можно провалиться под лед. Только за 2020 год на водоемах Чувашии произошло 33 происшествия, в результате которых утонули 30 человек, в том числе 2 ребенка. В основном трагедии происходят летом, но и зимой нужно быть осторожным на льду. Вот сколько мы работаем с рыбаками, постоянно проводим с ними профилактическую работу, раздаем листовки, памятки, но тем не менее, большинство рыбаков почему-то игнорируют все это. Все думают, со мной этого не случится, может мне Бог поможет. Но тем не менее, видите, статистика вещь упрямая, к сожалению, да, и показывает, что никто не застрахован. Для того, чтобы отдых не перерос в трагедию, необходимо соблюдать элементарную технику безопасности. Опытный рыбак Григорий Малышкин никогда не ходит на лед в темное время суток и всегда осматривает место ловли, нет ли там полыньи. Он не боится брать с собой маленькую дочку. Как, ну, лед установился крепкий. Безопасно уже можем перемещаться, начали рыбачить. Довольно-таки так. Почти на каждую неделю бывает. Ну, прежде чем как выходить на лед, мы, конечно, смотрим по состоянию, там, как окружающие люди тоже поступают. Вот, чтобы лед был безопасной толщины, да, соблюдая все меры предосторожности. Водолазы-спасатели не прекращают тренировок. Тренировочное погружение необходимо для поддержания работоспособности и готовности спасателей в любой момент погрузиться и произвести работу по извлечению техники из утонувших людей. Впереди каникулы и игры на льду, катание на коньках станут еще одной забавой. Уважаемые взрослые, пожалуйста, будьте внимательны, следите за своими детьми во время каникул, займите их. Нужными, вот спортом пусть занимаются. Если куда-то выходит гулять, пожалуйста, пусть их сопровождает более взрослые. А мы, в свою очередь, напоминаем, если вы попали в беду или стали свидетелем ЧП на льду, срочно вызывайте спасателей. Номер 112 можно набрать с любого телефона, даже при отсутствии сим-карты. Ольга Семенова, Сергей Копеев, Игорь Зверев, Республика.